Итак, запускаем. И ничего не происходит. Вообще потухло. Вообще ничего не происходит. На тормоз. Итак, прошла минута с тех пор, как я пыталась завести машину. Пару минут назад я вернулась из сервиса, и проблему с кнопкой устранили. Оказалось, просто сломалась сама кнопка старт-стоп. Проблему устранили быстро, буквально за час, поэтому мне долго ждать не пришлось. Теперь все работает хорошо. Вот так должна заводиться машина.